Здравствуйте, мои девчоночки. Для начала вам скажу про нитки. Это 330 метров в 100 граммах. Сколько уйдет ниток, я вам здесь вот в этом окошке допишу в конце видео. На мой 44 размер, 44, может быть уже 46. Я, кстати, уже и не знаю. Меряем обхват бедер 105 сантиметров у меня. Я буду делать расчеты на себя, чтобы вы могли посчитать, чтобы вы могли сделать свои расчеты. То есть обхват бедер у меня 105 сантиметров. Я делю на 2. То есть это полуобхват бедер мне нужен. Это 52,5 сантиметра. Это все дело я делю на 11. 11 это у нас вот такие вот сектора, то есть это так называемый масштаб нашей выкройки. Делим на 11, получается у меня 4,7. То есть 4,7 это размер каждой ячейки. 4 миллиметра. И набираем мы петли. Набираем петли. Вот я буду примерно рисовать. Длину мы можем корректировать именно в этом месте сейчас. Я набираю у меня 70 петель. Длина получилась у меня. Сейчас я вам все расскажу. Одна деталь у меня связана. Вот она. Узор такой, девчонки, что рассчитывайте, что оно тянется вниз. Не в ширину, а вниз. Мои 70 петель и крючок 4 миллиметра вязала свободно. Вот смотрите, 40 сантиметров. Там 40,5, ну 40 сантиметров. И вяжу я 6 рядов. В моем случае мои 4,7. Вот сейчас мы приблизительно. Вот мои приблизительные 4,7. Видите, девчонки? Вот это первая наша, первый сектор, первая полосочка. То есть вот это у нас вырез на рукав. Вот. То есть набираю я цепочку из 70 петель и вяжу основным узором, который я вам сейчас покажу. 70 петель. Делаем 2 воздушные петли подъема. Делаем накид. Вот здесь я вот держу 70-ю петлю. И из нее вытаскиваем еще одну петлю. И потом все 3 вместе провязываем, которые у нас на крючке. Снова накид. Вытаскиваем петлю. И все 3 вместе провязываем. И так до конца ряда. Довязываем до конца ряда. Видите? Делаю 2 воздушные петли подъема. Поворачиваю работу. И теперь вяжу точно так же, но... Видите, вот это моя первая петля. Но я беру за заднюю стенку петелечки. Видите, передняя здесь у меня остается. Я захватываю за заднюю стенку накид, захватываю за заднюю стенку косички и провязываю 3 петли вместе. И так все время. Вот это весь наш узор. Вот эта передняя стенка косички образует вот такую вот как бы резинку. И вяжем первую нашу ячейку. Первая ячейка у меня 6 рядов. Вот, продолжаем. Смотрите, провязала я вот эту, эти 6 рядов. Теперь я наберу 30 воздушных петель и буду продолжать вязать 2 сектора. То есть здесь у меня будет 12 рядов. Это наше плечо. Это у нас пройма и плечо. И здесь у меня 30 петель воздушных. Вот, видите? Провязала. Теперь я вот конце, до конца ряда 6 довязала и набираю 30 петель. Вот, поворачиваю вязание и начинаю вязать 12 рядов. Вот оно, видите. Теперь вверх мы набираем, после 12 рядов мы набираем 35 петель и вяжем ровно. Вот, вяжем ровно 5 секторов. Вот если 5 мы умножим 5, 4,
4,7 умножим на 5. 23,5 сантиметра у нас. 23. Здесь вот подтянуто 24. Даже здесь у меня, видите, получилось 50 сантиметров, что не страшно, потому что тянется очень хорошо. Набираю я здесь еще 35 петель. Так, и продолжаем наше вязание. Теперь поворачиваемся и вяжем. Всего у меня здесь 30 рядов. 5 рапортов вот этих вот. Вот я провязала 30 рядов. Как вот здесь. Вот здесь я возвращаюсь туда, где я была. То есть нам сейчас нужно продублировать вот эту сторону. Здесь я провяжу 12 рядов. Здесь 35 петель. Не довязываю до конца. Видите? Сейчас я повернусь и буду вязать вот эту вот часть, где у нас плечико, 12 рядов. Далее я не довяжу 30. Точно так же. Ну, это я вам покажу сейчас, в данный момент. Вот здесь вот у меня осталось 35 петель. И я поворачиваю вязание и буду вязать уже только вот это плечико вывязывать. Вот как наша горловина здесь вот уже связана. Поворачиваюсь и вяжу обратно 12 рядов. Вот я восстановила здесь вот, вот эту часть. То есть провязала 12 рядов. Точно так же 12 рядов. 30 петель не довязываю. И вяжу 6 рядов. То есть дублирую. И потом все у нас восстановится. Вот здесь вот у меня 30 петель. Поднимаю 2 петли подъема. Поворачиваю. И вяжу в эту сторону 6 рядов. Вот наша деталь готова. Вот она полностью идентична. И всего нам нужно две детальки. Вот они так выглядят. Пройма, плечико, горловинка. С двух стороны у нас нет. То есть у нас здесь и здесь одинаково. Поэтому две детальки мы складываем. Здесь я оставила подлиннее нитку, продела в иголку. И сшивать будем боковые стороны и плечо с горловинкой. Вот так вот с обеих сторон и боковые стороны. На схеме я вам покажу таким вот образом. Здесь сшиваем, здесь сшиваем и бока. Складываем две детальки и сшиваем. Сюда вот так вот. Ну вот и готово. Еще что я сделала, смотрите, сшила все вывернула, еще немножечко закрепила вот здесь вот, чтобы не было вот так вот прям растянуто. Беру ниточку, крючок, и вот здесь вот, где у меня поперечная полоса вот переходит в вертикальную, вытаскиваю, на этом стыке вытаскиваю петелечку и вот так вот первый полустолбик, потом просто столбиком и потуже, просто не боимся стянуть здесь, чтобы просто не торчало у нас в этом месте. На изнаночную сторону. Все готово. Теперь вам просто покажу на манекене. Вот и все, наша жилетка готова. Носите, вяжите, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Сейчас еще покажу на манекене, а предварительно прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. С вами была Вика.